Всем привет! Здесь Виктор Реактор. И я опять скатился. Точнее, спустился. Я пришел с Кибиди унитазы смотреть дальше. Спустился по канализационным трубам прямо куда надо. Пришел смотреть с того места, на котором остановился в прошлый раз. Я в прошлый раз посмотрел 28 серий. Только потом я понял, точнее говоря, я узнал, что здесь все-таки есть сезоны какие-то. И что я закончил посередине сезона. И это 9-й, кажется, сезон, он начинается с 27-й серии. Поэтому я начну сегодня с 27-й. Получается, две серии будут те, которые я уже видел. А потом с вами мы пошпарим до 50-й вплоть. И посмотрим все, что там нового нам на Скибиди туалетили. Заранее сразу подгружайте лайк, чтобы я кайфанул от того, сколько лайков под видео. Ну и... Фуллскрин, как говорится, и погнали! Откройте, милиция! О, нет, нашу машинку сожрал Скибиди туалет! Да, его спустили, я это помню. Громковато, сейчас чуть потише сделаю. Так, у них новый пастор, да? Кстати, черная сантехника дороже и сильно пачкается. Я просто вот он. Что такое? А, ну да. Колонка Мэн пришел. Уничтожил всех. На, плюха ему. Сейчас лайк, я помню. Нет? Так, вот эту серию я уже не видел. Он его заманивает? Это что это за флеш-сортир? Эти такие типа не понимают, что происходит. Охренеть, он им всем бошки поотламывал. Тетка одна осталась. Нет, и тетки нету. Мама. Что это было? Откуда взялся флеш-сортир? Нам расскажут про это, надеюсь. 30-я серия. О! Они сейчас будут камерамена пытать, да? О! Фу! А, они его зомбировали! Нифига себе, вот это поворот пошел. Что? А зачем он ногами в сортир? Нападение со стороны. Походу, Скибиди туалеты начинают выигрывать. Чего-чего? А, там толчок жрет камерамена. Ну все тут. Это что такое за фотокамера здоровенная? Это что такое? Какой-то совсем боевой уже. Это военные подключились, прикиньте, к изобретению толчков. Боже мой, какая длинная серия, смотри. О, но! Вот сейчас битва титанов будет. А вот там главный, главмозг сортирный, смотри, наблюдает. Спустил все-таки его. Лайк. О, нет, они его тоже захватить хотят, что ли? Они его захватили! Он теперь за толчки, жесть! Только лайки показывал, и все, уничтожает уже. Капец. Ну все, камераменам хана. Ютуб взорвали даже. Чего? Туалет с ногами и руками. У него, кстати, заметьте, у него руки, как у той штуки из Закулисья. Мне кажется, это кроссовер был, да?
Так. Кто куда прибежал? Это захваченные. Ага, они теперь начали их определять. Нифига себе. Они его спасли. Так, сейчас они, наверное, начнут... Пушку, смотри, изобрели, наверное, уже. Чтобы откреплять этих чубриков. А, они просто отваливаются. Гениально. Такой танцует сразу. Но теперь нужно на этом попробовать. На нем не заработало. Спасай пушку, говорит, беги. Беги, беги, чел. Нужно сильнее, не хватило заряда. Нужно несколько пушек. Вот, вот, смотри, уже две. Это такой. Все, погнали. Аплодисменты, лайки. О, во! Вот это я понимаю. О, вот этот какой-то быстрый. На. Мордует его. Мне нравится, как они лайки ставят. Вот теперь осталось по этому попасть. Давай, при. Нет! Летающий унитаз защитил. Черт. Почему он летать-то начал? 39-я серия уже. Боже, как они прикольно дерутся. На. Вантазом. Тихо. Что такое? Это кто? Ламповый ТВ-ман. Он их зомбирует. Ого. А вы заметили, что видео стало вот такое широкое, фуллскрин? Смайлик. А, так как это обычное видео, там финальные эти титры, как это, концовки появились. Все, я понял. Это уже полноценное видео, а не шорты. Постой, говорит. Оставь вантус при себе, нифига себе, мега здоровенный телек. Что это такое? Фильтр. Нифига себе. Это какой-то у них особый отдел. ТВ-маны. Они ламповые телеки. Это, точнее говоря, там не с плазмой они видите, с кинескопами, со старыми электронно-лучевыми трубками и все такое. Мне кажется, это сила. Сорок первое. Что-то совсем большое идет, да? Нифига себе! Охренеть! Они автоспускаются! Офигеть, он их заставляет самих спускаться! Ну это просто ультимативная пушка какая-то. Еще и под музыку. Гениально. Жесть, он здоровенный, ты посмотри масштаб! Вот это ряха! Титанище какой-то здоровенный. Сейчас еще лайк покажет. О, это очень мило. На этих тоже работает? Они сами снимают.
Экспериментирует над ними. Опа. О-оу. Он сейчас фильтр отберет у него, да? И все, они теперь с фильтрами пойдут. Сейчас новые туалеты. Смотри. О, я же сказал, с фильтрами пошли, с очками. Сваливаем. Да ладно, они телепортироваться умеют. Так, пошла обычная битва. Очки снимай. На! Этот еще и хорошо пинается. Скипиди, скипиди. Очки разбил, и свети, свети в него. Жесть, у него просто мозг взорвался. Ой-ё, вот это жесть, базукер. Как у него экран не разбился? Он что? Ё, нифига себе, там военная техника. Он руками сбивает их ракеты. Ого. А, я знаю, что он сейчас сделает. Смотри, сейчас он пустит какую-то там частоту звуковую, у них очки просто полопаются, а потом он сверху полирнет их своей гипнопрограммой. Стопудово. Ага, ага. Жесть. Во-во, Динамик Мэн. Давай. На него тоже. Так, а где битва-то? Видимо, идет битва с динамиком, да? Такой унитаз прилетел. Давай, свети в него. Он специально отходит назад. Нифига себе, у него еще сзади рюкзак термоядерный. А почему он не светит в него? Гипнопрограммы почему не работает? Жесть, он еще телепортироваться умеет, это капец. Что это такое? Куда он растуманивается? Мне нужно больше информации. 46-я серия. На унитазах теперь на всех реактивные ранцы или что? О боже мой, что это такое? Мне кажется, это какое? Биде. Биде на колесиках. Фига себе. Воу-воу-воу-воу-воу, что это такое у него? Он ему что-то сказал? Такое ощущение, что это задом наперед сказано. По крайней мере, когда... играли в конкурс Апош по телевизору. Там именно так и звучали все слова. Такие. А что он говорит? Disgusting? Disgusting. Похоже, кстати. Похоже. Такие чуваки спасаются. Спасибо, говорит. Спасибо! Спасибо, что спасли меня! 47-я, последний сезон. Нет, погоди, 48-я будет последний сезон. Это последняя серия предпоследнего сезона. Ну блин! Ну и что он сказал? Чат, ну вы же все знаете, что он сказал. Сразу говорите мне. Это ловушка очередная, он сказал. Понял. О, мне нравится лицо. Ты смотри, терпит. Сзади! Сзади! Ну, колонки отпилил. Болгарка-туалет. Болгарка-мен-туалет. Блин, ранец сбили. Ух ты, на тебе крюк. Ну, они экран прокололи. Телепортируйся.
Телепортируйся, чел! Он телепортировался. Фух, слава яйцам, я за него переживал. Ха-ха-ха, точно, мы же снимали. Я сам это такой злой чувак. Вот это забавно было. Как здесь красиво, он сказал? Погоди, погоди, погоди. Что это было в конце? Нас не до конца прибили? Так, это последний сезон. Мощно. Вантус Мэн. Так. А этот уже всех спустил, Вантус Мэн. Ух ты ж, какая болгарка. Эй. Унитаз-болгарка. Циркулярка. Или что там, я не знаю. Всех распилил. Продолжение? Того же места? О-о-о-о. Не ставьте пальцы вниз, ребят. Господи, страшно. Он хочет меня запилить. Погоди, это женщина, что ли? Ну, по... Вроде грудь есть. Ну, просто до этого не было никогда, так мне не выделялось сильно. Мне кажется, это... как это называется? Если эти телеманы, то это телевумен, получается. Нифига себе у нее. У нее рыжий прожектор, она сжигает просто. А этого сожжет? Ого, нифига себе! Она, наоборот, теперь умеет захватывать! Нифига себе! Опять сказали непонятное слово. Fuck me. Fuck me. Обнимашки? Она меня телепортировала! В лабораторию, она меня спасла. Это любовь. Какую-то мы секретную лабораторию проникли, капец. Ух, давай, сейчас последняя серия. Ну это сейчас что-то с чем-то будет. Воу. 1.5 минуты. Так, что такое? Вторжение туалетов на базу. Что это с ним? Хрена себе. Мне кажется, в этот туалет кто-то знатно просрался чили. Перчиком, так сказать. На, дуло прям. Все, дуло сломали. Чувак с вантузами пошел в атаку, смотри. Ему насрать. Это... Офигеть. Это ж за нас, да, чел? На! У него молот просто. Турбомолот какой-то, видали, с реактивным двигателем. А ему насрать на это, на твою отрыжку. У него своя есть! Притяну! У него притягивающие лучи есть, трактор бим. Согласен. Просто ультра какой-то чел. Все такие стоят с лайками. Не понял, погоди, а где 1.5 минуты? А это что, 1.5 минуты так быстро прошли? Офигеть, я так погрузился, что для меня 1.5 минуты как будто 30 секунд были. Блин. Ну все, теперь камерамены все-таки выигрывают. Вот с чего начиналось, да?
Какой-то один скибиди-туалет где-то там, потом писсуары, потом диджей скибиди-туалет. И такое началось, жесть, тут просто апокалипсис неминуем. Казахстан угрожает нам бомбардировкой и все такое. Офигеть, я кайфанул. Жалко, что так быстро все это прошло. Главное, вот что мне нравится, вот этот экшен. Экшен, и все сильнее, сильнее, сильнее нагнетается. Что же будет дальше? Дальше будет круто. Но дальше будет круто, видимо, уже в следующей серии, которую я буду смотреть. Сейчас только 50-я максимальная, до 50-ю я и досмотрел. Давай вот возьмем стоп-кадр. Вот этот вот, он мне больше всего понравился. Собственно, ставьте лайки тоже этому видосу. В описании ссылочка на плейлист Виктора Реактора, там вы сможете найти мою реакцию на первые серии скибиди-туалетов. И если поначалу это было, блин, казалось, что, господи, боже мой, что в голове у человека, что за каша, чего он там наелся перед тем, как сделал это все, то сейчас почему-то такого впечатления не было. Сейчас было впечатление, что это реально остросюжетный фильм со своим сценарием. Как-то так. Все, всем пока.